Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня роллинг на аккаунте моего подписчика Александра. 100 тысяч самоцветов. Будем пробовать выбить ему имба-героя. Молодой аккаунт, судя по всему, донатный. Сейчас мы это проверим. Не накопленные. В принципе, практически все. Я так понял, накопленные самики. Красавчик. Пишите, кому надо, в роллинге в телегу или в ВК, ссылочки есть у вас и в описании, и на канале. Поехали посмотрим на этот молодой аккаунт, что у него есть. 62-88. Так, Бигфут, Космо, Стрелок, Трифит, Кинди, Ледяха, Землеройка, Ронин, Свалин, Рогатка. Ну, неплохо, неплохо. Чубогник. А, Угник тоже нужен. Так, хорошо. Так, где там его гильдия? Где ты? А, он без гильдии, вот так вот. Ну что? Студенный рыцарь. Короче, начало уже хорошее. Уже выбили первого рыцаря. Вот такой вот коллекционер плюс трата. Сейчас посмотрим, что у него получится. Let's go. Ритон, шаман. Шаман, да что шаман? Студеный. Суккуб. Рыцари падают неплохо. Фига себе. Какой-то читерный аккаунт. Суккуб. 10 тысяч и 2 суккуба и бог грома. Офигеть. Что это такое? Еще один студеный. Купидон. Так, а что у нас? Офигеть, 9. 9 слизней уже собрали за 10 тысяч. Это капец. Такс. Ну, рандомчик, давай. Не подведи. Надо точно так же, как и у меня на аккаунте, зарулить. На 100к. Пожалуйста, Бугимен, поздравляю. Так, а ну я хотел посмотреть, что у него действительно. Героев этих нету. Там Кинди, например. Да, нету. Так, ну что, начало есть. 12 тысяч, и у нас есть Бугимен. Огонь, поехали дальше. Еще один студеный. Так, РТшка. Укротитель. Паладин. Знаете, как по нарастающей выпадают прям имба. Ведьма. Профессор Риббит, Леди Лео, Одержимый, Варлок. Ну давай, рандомчик. Ну, слизни мы однозначно собрали. Тут самый, это, наверное, самый удачный по слизням. А, не, еще не собрали. 24 тысячи. Значит, нет. Я думал, мы за двадцатку где-то вложились. Так, Ара. 27 тысяч практически. Так, ну что это такое? Давай разруху. Угу. Ничего не дают. Эх, эти молодые аккаунты. Суккуб третий. Душегуб. Вот скажите, вот что это такое? 40к и один Бугимен. Призрачный всадник. Ну, поздравляю, еще один недостающий герой. Ну, это совсем не то. Рандомчик, просыпайся давай. Это просто аут какой-то. Влад Дракула. Афинка, это уже получше. Так, надо отдохнуть. Ворожей Комендора, вот я сказал, надо отдохнуть. И сразу так, типа, на тебе Легу. Дракос, ну. Так, давайте посмотрим, что там у нас. Бугич. Бугич Ронина бы, конечно, сюда. Ледяху тоже неплохо. И Стрелка надо.
Так, один Бугич и призрачный. Это вообще печально. За 50к, знаете, это на аккаунтах, где одного героя не хватает. А тут, блин. Где там тут призрачный всадник? Все, сейчас по-любому должно повезти. Других вариантов нет. 10к идем в рейд. Рейд по-любому поможет. Сноу. Фрэнки. Ну, в любом случае это неплохо, потому что это повторки. Но, блин. Хоть одна имба будет. Все-таки ж копил, блин, он не зря. Паладин. Купидон. Где-то справедливость. Да, ему стрелка бы, конечно, сюда. Было бы эпичненько. Просто какая-то печаль. После таких коллекционеров просто, ну, ролить не хочется даже. Капитан Дрейк. ПБшка. Химка. Кстати, у него химки тоже. Ну, химку и так можно за ковяшки. О! Вот так вот, ребятушки, ледяшка, отлично. Ну что, поздравляю. Ледяной Феникс, обалденнейший герой для любого аккаунта. Let's go дальше. Видите, надо все-таки ходить, ребятушки, в рейды. Тактика с рейдами работает, смотрите, ПБшка. Давайте его откроем. Так, снова у него тоже первый, кстати. Надо по-любому открыть эту имбу. Имка. И ледяной феникс. Ну вот это уже радует. Это уже, знаете, так приятно. Ледяшечка — это всегда хорошо. Сейчас будет имба. Я же говорил, будет имба, медуза. Фрея, ребятушки, это вот что-то уже похоже. Так, по башке хватит вас. Бог грома. Сед на душек. Блин, нам бы землеройку еще сюда. И космо. Вот космо хотелось бы больше всего вытащить. Космо что-то. Я, короче, сегодня два космо забрал себе. Больше они никому не упадут. Так, ну что, поехали. Let's go, шаман. Хранитель. Панда, ну Купидон, ну куда этот Купидон уже? Сколько можно этих Купидонов? Блин, летяха, конечно, классная. Череп. Воржеев нападало столько, что просто не грюй. Так, Дракула. Ронин, есть! Вот это то, чего надо было. Для битвы гильдии. Правда, уже не получится, как на эти выходные у нас было, но... Уже прикольненько. Так, одержимый. Ну, хоть... Достали ему нужных героев, рыцарь. Let's go, let's go, let's go. Фрея еще одна, нифига себе. Ну, давай, дай имбу. Имбу, королева. Ну... Хотя и так, я считаю, роллинг удался. Пишите в комментах, что вы думаете.
Удорола, но как по мне, реально, то, что надо, мы ему в принципе достали. Конечно, Космо хотелось бы еще за такие, блин, за 100к, но, к сожалению, Бигфута, кстати, Бигфут, Стрелок, Трифит, Кенди, ну, рыцарь у него есть, там еще откроет, если хочет, Арктика, Рогатка, ну, я считаю, в основном у него появились новые отличные герои. Так, давайте на них посмотрим. Химка снова, понятно. Призрачный. Ронин тройка. Махатма у него интересная. Так. Ну, в принципе, неплохо. А, так, забираем плюхи. Конечно, они у нас сегодня... Ну, не особо такой, знаете, коллекционер. Так, у него появилась одна коробочка. Что там с музычкой? Музычка, ты чё? Так, отлично. Сейчас не хватает места на складе. Я же говорил. Давайте заберем. Он потом себе почистит. Блин, открыл, называется. Еще больше места заняло. А, не, в принципе, сейчас будет на одну меньше. Отлично. Такс. Забираем коробочку. Так, первая, вторая карта там чуткого не падает. Ну все, эти карты он уже сам откроет. Так, недостаточно места, окей. Бум, Афинка. Ну, на повторку. На повторку будет, в принципе, неплохо. 140 слизней еще осталось. Вот так вот. Ну, в принципе, все. Пишите комменты, ставьте лайки. Неплохой ранг получился. Всем удачи, всем пока.